Всем привет, ребята! Мы на канале «Своими руками». С вами два брата-акробата. В общем, приехали тут. Обзорчик крыши сейчас сделаем. Короче, что смутило? Какие-то волны пошли. В том году все нормально, крыша была ровненькая. Тут делали дельцы ее. Года три назад, наверное, крышу делали. И она была ровная. А в этом году какие-то подозрительные волны появились. И попросили нас сделать осмотр. Так, заходим, смотрим. Я не знаю, тут видно будет, нет? Опять. Тут же темненько. Ну, наверное, не знаю. В общем, что тут? Доски не очень хорошего качества, конечно, использованы. Сразу момент такой был. У заказчика, короче, были хорошие доски. Часть плохих. Начали дом на две половины, начали от соседей делать крышу. Все хорошие доски ушли от соседей, когда ту половину делали. Сюда пришли уже то, что осталось. То есть хорошие доски, весь материал там оставили. С той стороны сделали, а из говна уже сделали здесь. Вот так вот. В общем, вот это место у нас провалилось. Начали смотреть, что мы имеем. Вот она, конькового прогона нет никакого у этой крыши. Тут как бы идет подпорка, посередине подпорки идут. Причем здесь она тут разрезана, тут ее нет. Здесь вроде есть она. Ну ладно, их выдавило уже. На гвозди бы не встать. Все, видно, они все сюда ушли. Они ушли сюда, соответственно, это место все продавило. Когда давление идет, снег, их выдавливает. И они сейчас в воздухе как бы висят. Затяжек нет. Вот там есть в центре на трех затяжки сделаны. На этих затяжек нет никаких. Естественно, они разъезжаются. Эти сюда заваливают. Обанзи! Так, труба. Вот подпорки две сделаны, прямо по стропила. И уложены на, ну просто тупо на потолок. Потолок это утепление идет шлак с керамзитом. Нет, это шлак, короче. Утепление шлаком, чуть-чуть маленько выровняли, прямо на него положили. Соответственно, что мы имеем? Вон, видно, да? Вот крыша на ней держится. Тут решили подпорку там сделать, в этом месте. Тут больше нет ничего. Ну, видимо, доска поновей, посвежей. Решили, что она нафиг тут не нужна. Ну и ладно. Смотрим, что еще у нас. Стропилина идет, до конца не доходит. Вон, видите? Срощина. Ну, вроде как бы... Срощина еще на трех гвоздях. Срощина. Да, срощено вот коротышом. Три гвоздика тут. Про этот. Про обрешетку я вообще ничего не буду говорить. Вот видите, да, она. Вся с корой, не то что с обзолом тут, полностью с корой. Но это хрен с ним, это полбеды. Она не очень хорошего качества, короче. Дальше. Вопрос. На засыпку. Вот уже эти лаги-то, видишь, как разъезжаться начали. Вот отсюда-то видно. Вот стык этот съехал. Вот, прям под стропилу покажи. Сейчас, да. Вот они между собой начали разъезжаться. Они не держатся в разные стороны. Потому что там буквально пару гвоздей. И вот она ушла. Она со стропилы сорвала, и она уже туда начала ее. То есть она в этом месте, она все проваливается. Тут на гвозди. Ласточкин хвост. Видишь, с трех сторон? Подпорка уже отпала почти. Ласточкин хвост такой. Что-то в воздухе ласточки. Тут тоже, вот видишь, подпорочка-то, она в воздухе. Потому что она в воздухе, понимаешь, что? И почему? Ее, видишь, туда наклонила. Когда... Да ее... Грёт снегом даванула, ее наклонила. Да, снегом даванула, она подпорка не выдержала, и она наклонилась. Потом снег ушел, она вроде стропилина выдержала. Сейчас в воздухе висит. Еще одна зима, она еще даванет. И, короче... Не сказать, что там, допустим, завтра-послезавтра, но... Раз, два, три, короче, давить. Это тоже что-то вся...
Эту тоже завернула сюда и стропилину завернула. Вот такая печаль, короче. Смотрите, как в уровень-то стропила выставить. Берете вот так вот и щепочки под доски подкладываете, подкладываете, подкладываете до самого низа. А где? Вот, ты не видишь. Ну-ка, да, я... А, вот идет, да. И пошло, пошло. А это под этот, получается, под обрешетку уже нафигачено? Да, вот видишь, я говорю, стропила-то в уровень не могли выставить. Так, сделали этих. Ну, под каждую обрешетину, смотри как, вот это молодцы, вот это вот шик. Еще вот это не видел. А тут как бы она нормально вроде стала, да? А здесь уже пошло. А чё они этот подовщий-то не могли, что ли, стропилину-то об одну доску там подкладку сделать хотя бы? А там есть, смотри, брусок, он стоит. Брусок сделали, еще промазали один раз. Брусок там, видишь, под стропилиной лежит. Осторожно, головой там не здесь. И нарощено, видите, как короткие. Вот настропила вот этот, коротыш сделан. Его уже, во-первых, выворачивать стало, плюс так завернуло. Сделаны поверху. Они верхние затяжки вот эти могут быть. Она как дополнительное крепление идет. То есть, чтобы вот узел, сам коньковый узел вот этот вот у нас не разъезжался. Вот такие затяжки делаются. Но их можно гораздо меньше сделать под самый угол. То есть, нам закрепить угол, треугольник вот этот. Вот это можно сделать. А сама как затяжка, она идет, она где-то по центру или ближе к низу. Чем ниже, тем лучше. Вот эта вот нижняя затяжка, вот по низу идет вот эта вот доска. Нижняя затяжка. Она держит, чтобы вот эти стропила в разные стороны не разъезжались. То есть у нас получился большой треугольник. Вот этой толку вообще нету. И дальше вот она идет, вот они вот все там. Ну, вверх угол маленько держит, снизу затяжек нет. Эти не держат, начинают заваливаться. Получается, крыша, ну, мягко говоря, практически ни на чем не держится. Быть, вот эта пленка вот сюда вот на стропила натянута быть. Потом сверху на пленку делается брусок. И на бруски только уже наколачивается обрешетка. И получается у нас между пленкой и обрешеткой. Пленка вот здесь должна быть, под обрешеткой. Получается, между пленкой и обрешеткой у нас вот такой зазор. И когда на железе конденсат выпадает, он падает мимо обрешетки на пленку и скатывается свободно. Он не упирается в обрешетку. Здесь же получается, что он там между железом и смысл этой пароизоляции, он там копится как бы. Это не совсем правильно. В таких случаях я вообще считаю, что лучше вообще ничего не делать. Просто железо прикрутить к обрешетке и мне кажется, это будет меньше крови, как говорится. Но это тоже это неправильно, не по технологии, я никому не рекомендую, но мое мнение. Это все рушатся, разъезжаются постоянно. И понимаете, еще год-два постоит, в дальнейшем какая-то печалька все равно будет. Все, тут это клинышек какой-то был. Вот получается срощено здесь и здесь. Вот буквально тут метр срощено. До конца тоже не хватило. Это печально, конечно. Где клинышек, видишь, был? Да, тут ничего нет. Вот она в воздухе. Вот видите, палец у меня заходит. Это получается зимой довонет нормально. Все, опять как... она опять сюда съедет. Зимой, когда снег навалит, она упрется вот на эту доску. Гвоздь этот начнет опять ходить. Доску сюда будет вырывать, наклонять, давить. Ну что, она тут не скреплена ничем. Блин. Короче, печаль. Что делать, не знаю я. И крыша. Вот она. Видите? Вот эта подпорка, она держит крышу. А по факту она приколочена к крыше, она сама это висит понятно. На крыше. Это конструкция, все входит. Да? Я не националист, пацаны, вообще ребята, не без разницы. Есть люди, работают разных национальностей, хорошо и качественно. Но здесь я скажу, работала бригада узбеков. Мотайте на ус сами. Я к национальности ничего не говорю. Ну, просто могут, такие специалисты. Могут и русские, и русские Украина, также работают. И хоть кто, но могут наделать. Ну, вот здесь вот узбеки. Сделали быстро, все. Ну, вот так вот. Получается. Тут, короче, вот они, смотри, встык делали. Я не знаю, почему так получилось у них. Они между брусок вставили. А потому что там не хватало. Они развели маленькие стропилы. Но я уже тоже смотрел. Тут брусок в середину вставили. Так, вставили, на брусок оперли вот. Видите, как они все проседают. Их выворачивают, они вот концы расходятся. Видно даже на сантиметр уже. А этот, соответственно, в другую сторону. Но. И еще между собой они уже разошлись. Да, темно тут, конечно, темно. Тут плотно. А здесь
А здесь вон что-то куда-то пошло. А здесь так же самое, у них опять, смотри, сделано. Тоже брусок вложен. В общем, парни, пишите комментарии свои. Как вы, что тут этот? Она и конек с улицы, то есть смотрится один сюда слез, один сюда, эти стропилы, то углы, один сюда дает, один сюда, вот так его. Ну, все, короче, что мы делать, что тут делать, не знаем, решать будем, голова. Ну, в общем, этот, если что-то будем делать, вы увидите. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкусики, пишите комменты. Мы погнали отсюда. Все, спасибо за просмотр.